Да, я же вам требования выставил. Здравствуйте, друзья. Когда будет я Кузнецов Дмитрий. Сегодня такой непривычный формат. Знаете, что мы сделаем сегодня? Мы разберем запись, присланную нам нашим подписчикам, слушателям, единомышленникам. И сразу забегая вперед, это не обычная запись разговоров с коллектором, а такая, скажем так, новая кровь появилась в этом смысле. Человек бьет этих придурков их же оружием. А они, как мы сами с вами понимаем, очень многих вещей не понимают из числа тех, которые нам так самозабвенно навязывают. В том числе всем известное, мы вам выставили требования, вы обязаны оплатить. Кого, где, что выставили? Просто позвонил, сказал, ты дебил. Так не выставляют требования. Много раз мы об этом слышали. Но они себя усадили какие-то кресла, такие, даже можно сказать, это не кресло, а трон. Приблизили себя искусственно в своих мутных фантазиях к небожителям и думают, что раз они там работают, то они, как говорится, бога за бороду схватили. И вот человек, интересный формат такой, нам презентует. Он делает все наоборот, зеркалит ситуацию. Вы все поймете сейчас. А я свои 5 копеек обязательно внесу в процессе, потому что я точно знаю, что вам хочется что-то говорить, чтобы как можно больше людей слышало ваше негодование, возмущение, вашу иронию. Но я же такой же, как и вы, я так же точно ко всей этой публике отношусь. Я сейчас попробую продублировать в процессе демонстрации этого диалога ваши мысли. Наверное, я угадаю в большинстве случаев то, что вам приходит в голову. Ну, вы уж меня простите, если где-то, может быть, я что-то там не так буду преподносить. Но так или иначе, давайте послушаем, и потом, внимание, обязательно будет привычный всем формат, когда мы напрямую сейчас свяжемся в режиме реального времени с этими коллекторишками и попробуем что-нибудь такое же сделать. Итак, пожалуйста, Михаил Николаевич, СКМ, очередной небожитель. Давайте посмеемся, ребята. Алло. Алло, Артем Владимирович. Здравствуйте, а кто это? Здравствуйте, а вы меня не угадали по голосу? А, нет, просто мне звонят очень много людей, поэтому представьтесь. Я понял, отвечаю, что-нибудь не тот человек. Шевцов Михаил Николаевич, СКМ, у нас разговор с вами записывается. О, здравствуйте, Михаил, да, здравствуйте. Здравствуйте. Вчера так и не получилось с вами созвониться. Слушайте, да, я просил вас через 10 минут перезвонить, но вы пропали куда-то опять. Ну, понимаете, у меня же тоже работа, я на арест вчера уехал. Слышали? Понимаете, у меня тоже работа, я на арест вчера уехал. Какой арест? Чё ты там выдумываешь, дурья твоя голова резиновая? Какие еще аресты? Ну, приставы, да, выдвигаются иногда на арест. Но может быть, какой-то такой совсем спорной, туманной гипотезе может на арест с приставом поехать представитель банка. Банка, первого кредитора. Но коллектор на арест. Это что вообще такое? А, звонилка, коллектор, звонилка, оператор на арест поехал. Ну, круто сказано, мы почти поверили тебе. Недалеко от вас был. Все хотел к вам в гости поехать, но не получалось. Он все хотел в гости заехать, не получалось. Он же арестовывает, у него суета, его все боятся. Он ходит из квартиры в квартиру, у него куча дел. Уже все доведено до приставов. И люди со слезами на глазах просят о пощаде. И вы все должны знать об этом, кому мы вам звоним, что все не так просто. Мы все это сделаем. Мы по арестам ездим. Мы вот совсем немного времени на телефонные разговоры тратим. Основная наша работа – это выезды по должникам, выездные группы, аресты, высокомерное поведение перед должниками, снисходительные поблажки. Ну ладно, давайте. О, точно, что, правда? Так и есть. Прямо на аресты ездите, прям вот этот звонарь садится и едет на собственном дорогом автомобиле. Пристав тоже с ним едет. Приставы спят и видят, как бы так побольше на аресты выехать. Да еще и с представителем СКМ. Очнитесь, проснитесь. Дядя, вы обосрались.
А, так приезжайте, да, с удовольствием. Мне София Владимировна передавала, чтобы я деньги вам должен какие-то скинуть. Да, я же вам требования выставил оплатить. Когда будет внесена оплата? Угу. Так, сколько, куда переводить? Вопрос первый, это 60 тысяч, можете перевести на карту Сбербанка, к этому номеру привязано. Либо могу по безналу вам счет выставить, почту скидывайте. А как вы отчитываться за эти деньги будете? У вас же ООО, я так понимаю, да? Как у вас бухгалтер? Не-не-не, у меня ИП, у меня ИП. Ага. Так, а за что же я вам деньги должен скидывать? Не удалось блеснуть умом, как вы отчитываться будете. А не твое дело-то собачье, как кто и отчитываться будет, если что. А вопрос к вам, а вы как отчитываетесь за те деньги, которые вы у бедных несчастных должников вымогаете? Как, ну, уже не так часто, слава богу, но все-таки же вам платят. Вы как отчитываетесь за них? У вас же нет ни одного доказывающего вашу правоту документа. Вы же никаких договоров не заключаете ни с кем. Ничего нет. Вы как отчитываетесь? А, вы же об этом не знаете. Деньги же не вам, Михаил, как это вас, а Михаил Николаевич, как его там фамилия-то, Шевцов, да? Это же не вам напрямую, это руководство. Вам потом косточку кидают какую-то, если что-то у вас там вдруг получилось. А как они отчитываются, вы не знаете. А зачем вам это? Ваша задача тявкать. Я еще раз говорю, много раз говорил. Есть там в коллекторских агентствах умные люди. Это руководство. Хозяева, рабовладельцы, они умные. Они знают, кого нужно подтянуть. Ну, а в России идиотов на 200 лет припасено. Так что, ну, давайте будем слушать дальше, как он себе значимость задирать пытается. То есть, мне просто скажи, что надо перевести. В смысле, я же вам требования выставил, что проблема? Вы нам требования выставили? Ну, конечно же. Требования выставляем Галине Юрьевне, маме вашей. Так вы ей требования выставляете? Конечно, а вы... Слышали, да, сначала он сказал, вы нам требования выставили. Нет, это мы вам требования выставили. И он правильно зеркали тут же, вы нам требования выставили. Вы чувствуете, да, он его же вот этим вот, этой же кувалдой, да, только обухом ему по лбу стукает, а он ничего не может понять. Коллектор этот, Михаил Николаевич. Почему он нам выставляет? Почему вы нам? Смешно как. Я же вам выставил требования, что проблема-то. Когда вы несете деньги? Кто? Вы вообще кто? Артем Владимирович. Я ее представитель, а вы вообще кто? Каким образом вы представляете интерес? У меня доверенность есть. Словесно? Доверенность есть у меня. Покажите ее. Помните, да, наверное, многие из вас, кто сталкивался со звонками коллекторов, ну, в статусе уже начавшего соображать человека, также спрашивали, а вы кто? Коллекторов мы с вами спрашиваем. Мы представители кредитора. Ну а как вы нам докажете? Ну, сейчас я только голос из трубки слышу. Вы кто? А вот там договор цессии и все такое. Мы заключили там агентский договор. Ну, подождите, стоп. Документы где какие-нибудь? И вот они же тут же точно так же реагируют, как здравомыслящий человек. Но... Парадокс в том, что вот эта реакция, похожая на реакцию здравомыслящего человека, еще больше их загоняет в статус дебилов конченых. То есть им уже напрямую, как вот, знаете, с животными, вот как с зайцами какими-то, которые в цирке на барабанах учат играть, какие-то вот дают уроки, которые на уровне инстинктов должны их заставить что-то делать, соображать, какие-то движения начать делать. Вот мозгами в нашем с вами случае они должны начать пользоваться. Вот прям вот демонстративно, уж куда отчетливее. Ты уже сам признаешь, у тебя уже нейроны вроде как в нужном направлении начинают двигаться, мозг начинает с нашего же толкача заводиться и тут же тухнуть это поступательное движение начинает. Тут же, вот как только тронулось что-то, искорка какая-то пух, и тут же... 60 тысяч и покажу. Как вексель прям. Возможно, возможно. Так а вы кто вообще, ну, чтобы вам показывать? Давайте ближе к телу, да, не будем отклоняться, какие-то деньги переводить. Вы так думаете, когда вы внесете оплату? Вы
вы меня что, начинаете на оплату уже мотивировать, я не понимаю? Ну, вообще-то да, я для чего звоню-то вообще? Почему вы скрываете? Каким образом вы с меня или из нашей компании, да, будете требовать эти средства? Так если я вам требование выставил, вы должны, вы обязаны оплатить его. Мама взяла и злостно уклонилась. Злостно уклонилась. Смотрите, опять вот зеркало, прям для них я сейчас рассказываю. Все нормальные люди это понимают. Совершенно отчетливо это понятно. А злостно уклонилась, это отдельно. Вот. А каким образом вы будете с нас требовать? То есть у вас же нет никаких документов. У вас нет никаких аргументов. У вас нет никаких поводов. Вы никто. Как это вы с нас будете требовать? С нашей организации, либо с меня? Как вы будете требовать? И тут же сразу вопрос возникает. Очнись! Ты перед этим, когда с должником разговаривал, ты точно так же требовал, не имея никаких оснований, обоснований, аргументов, каких-то доверенностей. Ничего точно так же не было у тебя. Но ты почему-то не просто, я ладно еще полбеды, если бы ты верил, понимая, что ты пытаешься надурить человека. Ну, то есть ты понимаешь, что ты вот сейчас хитришь, ты обманываешь, осознаешь это, и это, вы знаете, это бы, может быть, как-то их оправдывало. Ну, вот когда мошенники что-то делают, откровенно очевидные, там, наперстничники, не знаю, цыгане какие-то, реальные разводилы, они понимают с первой до последней минуты, что они обманывают человека. Но эти же резиновые пустые головы, они почему-то думают, что они какое-то благородное дело делают с точки зрения закона совершенно обоснованное, и их требования актуальны. Ну, просто потому, что он в коллекторском агентстве работает. Потому что ему что-то там сказал его рабовладелец. Я всегда их руководство называю рабовладельцами. И банкиров, и коллекторов. Банкиров громко звучит. Банковских шестерок. Так мило. Михаил, смотрите, я же вам выставил требования по телефону. Почему вы под запись разговора сейчас уклоняетесь от оплаты, правильно? От какой оплаты? Вы о чем говорите? Я просто не понимаю, вы что, прикалываетесь так вообще? Я вам выставил требования оплатить мне 60 тысяч. Когда внесете оплату? За что? В смысле, за что? Знаете, вы... Занимайтесь, я вам скажу, ерундой. Так как вы занимаетесь, я посмотрел ВКонтакте чем, но это не свойственно для человека стольких лет. Ничего не понял просто. Вы ВКонтакте видео я ваше посмотрел, это общедоступная информация. Ага. Но я ужаснулся, конечно, человек столько лет ему и так себя ведет. Я даже, знаете, не удивлен, что вы какие-то требования выставляете, оплаты. А знаете, Михаил, я себя почему-то веду. Понимаете, вы... Конечно. Давайте будем вести с вами серьезный деловой разговор. Почему вы на конструктивный диалог не настроены? Вот объясните мне. Я абсолютно настроен. Давайте общаться по-деловому. Скажите, Михаил, а в чем проблема? Что там с этими видео? Смотрите, Михаил, я свободный человек, хорошо зарабатываю. Нет. И могу даже позволить себе дурачиться, конечно. Я же работаю. И зарабатываю деньги. Соответственно, давайте могу дурачиться. Вопрос, если вы... такой состоятельный человек. Вы говорите, вы представляете, тем более, интерес вашей мамы. Да, все верно. А почему же она находится до сих пор в статусе должника, так скажем? А кто ей этот статус присвоил? Так она сама себе его присвоила. Не, она подписала... Давайте начнем изначально. Она подписала договор, да? Собственно, она пришла в банк. Ее никто не заставлял. Допустим. Она пришла, попросила энную сумму денег. Так. Банк ей... со стороны банка были выполнены все условия. Так. То есть банк она пришла, попросила сумму, банк выполнил требования, выдал ей. Заключили договор, где указано, что график платежей, во-первых, был, что именно Галина Юрьевна обязуется его соблюдать. Да. Но она его не соблюдала. Значит, она нарушила условия договора. Правильно? Правильно. Да, все верно. Она не нарушила условия договора, она приостановила выплату, потому что условия договора противоречат, точнее, нашему личному законодательству. Зачем же она его подписывала, если он противодействует, Артем Владимирович? Я сейчас здесь обязан просто вмешаться, друзья. С юридической точки зрения, я совершенно осознавая ответственность этого заявления, сейчас произнесу кое-какие слова. Итак, любой договор,
Не имеет значения. Кредитный, договор аренды, какой-то договор обслуживания, все что угодно. Может быть разорван, признан ничтожным, оспорен в любом периоде действия этого договора. И это, кстати говоря, должно быть указано в теле самого договора. И в кредитных договорах это, кстати говоря, тоже есть. Такое право есть у любого гражданина, должника, добросовестного заемщика, как угодно. Еще раз повторю, это касается не только кредитных договоров. Это касается любого договора юрлица с юрлицом, юрлица с физлицом, каких-то других взаимоотношений. Все это рабочие спорные моменты, которые ни в коем случае не выходят за рамки правового поля. Если человек подписал что-то, не сообразив, а потом понял, а потом понял, что, предположим, договор займа имеет признаки кабальной сделки, то его право приостановить платежи. А что такое договор не соответствует законодательству? Вполне вероятно, что в гипотезе и сама организация ведет незаконную деятельность. И человек имеет право, как первое, это усомниться вообще в законности действий, осуществляемых в отношении него конкретно. Ну и, естественно, он даже уже тут законом, в смысле, не имеет права поддерживать деятельность, оплачивать деятельность организации, которая так или иначе нарушает закон. А в этой связи человек на основании закона о защите прав потребителей имеет право запросить подтверждающие документы у организации. И даже если все законно, так или иначе, организация обязана предоставить эти подтверждающие документы в том формате, в котором требует гражданин. И если она этого не делает, человек вправе приостановить оплату услуг этой компании. Кстати говоря, банки, микрофинансовые организации как раз таки оказывают услугу, связанную с кредитованием. Это обычная услуга, и это все точно так же, помимо того, что попадает под действие закона о банках и банковской деятельности, также попадает под контроль закона о защите прав потребителей. Здесь в части статьи 29 закона о защите прав потребителей как раз это все объясняется, что человек вправе приостановить совершенно безболезненно, безнаказанно для себя, пока не будет со стороны юрлица выполнено требование гражданина. Да, да, смотрите, да, Михаил, она его подписала, не разобрался. Мы когда подписываем, мы все читаем. Конечно, вот тогда она была юридически неграмотная, ознакомившись с договором, понимаете, вот мы пришли. Так не надо было его подписывать, понимаете, человек если юридически неграмотный, он ничего не подписывает. Ну, во-первых, что случилось, то случилось, а расторгнуть договор... Так давайте решать этот вопрос, если это случилось. Так вот, смотрите, я пытаюсь договорить. А расторгнуть договор можно на любом этапе его исполнения. Даже после того, как подписаться. Уже нет никаких договоренностей с ВТБ, понимаете? Ну, почему же нет? Извиняюсь, с Альфа-банком. Хорошо. Те условия, которые были в Альфа-банке, они более недействительны. Сейчас мы выдвигаем свои условия, мы новые кредиторы. Так а вы кто такие вообще? Мы новые кредиторы, я вам еще раз объясняю. Так а где уведомление от нашего кредитора? Откройте, я же вам еще раз говорю, 382 статью, я вам уже второй раз. Давайте, мы сейчас про 382 статью будем слушать дальше, но многие из вас сталкивались. Ну, во-первых, очень часто эти взыскатели эксплуатируют номера статей, очень часто вообще не попадая в тему, называя какие-то цифры в надежде на то, что человек сразу сходу не сориентируется, услышав просто некую экспертность, начинает подтраивать, да, должник, это очень хорошо работает, о, нифига, он действительно разбирается, а если еще какой-нибудь там тип скажет, что он юрист, то человек еще больше на задницу может присесть. Что касается 382 статьи, в данном конкретном случае вот этот Михаил Николаевич демонстрирует полное отсутствие понимания. Он даже, ну, может быть, и читал эту статью, но ничего не понял из нее. Итак,
в контексте вот этого отрывка речь идет о том, что первый кредитор обязан уведомить должника о появлении третьего лица. Об этом четко и конкретно говорит 230 федеральный закон в части статьи 9. Все просто. Кредитор, первый кредитор обязан в течение 30 дней с момента появления третьего лица, то есть лицо, которое будет уполномочено в том либо ином формате взыскивать, либо осуществлять какие-то действия по взысканию, помогать, либо на фоне переуступки прав требований. Так или иначе, в любом случае кредитор обязан уведомить должника, сообщить, что за компания и как она называется. И так, там много-много-много всего написано. Можете посмотреть 230 федеральный закон, статья 9. Кто не знает еще об этом. Этот же чудо-юдо говорит про 382 статью. Давайте, друзья, я подготовил специально, мы сейчас ее откроем, я вам ее прочитаю. ГК РФ, статья 382, основания и порядок перехода прав кредиторов к другому лицу. Вроде как по заголовку все круто и в тему, да? То есть они очень любят заголовки читать. Ну и тут для человека, не способного вникать в простые вещи, естественно, вроде кажется, все вообще прям буква в букву по делу. А тут написано в первой части этой статьи: право требования, принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано другому лицу по сделке, уступка, требования, или может перейти к другому лицу на основании закона. Ну, тут еще типа на основании каких-то других моментов. Но с этим моментом-то никто и не спорит. Вот разговор как ведется? Что мы не спорим с тем, что у банка, у кредитора есть право передать. Кто сказал, что мы против, мы не хотим, чтобы это происходило? Да ради бога, пускай продают, передают, там, переуступают. Дальше. То, на что они чаще всего опираются. Вторая часть этой статьи. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласия должника. Не требуется согласие должника. Ребят, да здесь речь не о согласии идет. Внимание, коллекторы, дебилы. Вам заявляют не о согласии, согласны мы или не согласны. Да ради бога, передавайте, согласны. Речь идет о уведомлении меня об этом. Ну, я имею в виду меня с точки зрения должника. Первый кредитор обязан уведомить. И то, что вы сейчас услышите дальше, я просто заочно, чтобы было проще и интереснее слушать, скажу. В противовес заявлениям этого псевдоспециалиста по взысканию. Еще раз повторю, никто не против. Согласия, несогласия, это все дело десятое. Вам заявляют о том, что обязаны уведомить, чтобы должник понимал, с кем он разговаривает. Кто вообще сейчас ведет какие-то мероприятия, связанные с его финансовым состоянием, с его частной финансовой жизнью. И здесь все до такой степени просто и понятно для простого здравомыслящего человека. Но туда мы знаем, по каким критериям набирают. Читать умеешь, идем. Вот. Ну давайте слушать дальше подтверждение того, что я вам говорю. Сейчас об этом говорю за наш разговор еще предыдущий. Да. Почитайте. Банк я не познакомился, да. Уведомлять. 230 федеральный закон, статья 9. Кредитор обязан. Вы на 230 федеральный закон не ссылайтесь. Вы 302 статью почитайте. Вот придурок, а вы не ссылайтесь, мы сейчас услышите. Уступки прав требования. Тем более. 230 федеральный закон урегулирует коллекторскую деятельность. Да, и статья 9 о чем говорит? Деятельность не путайте с 382 статьей, переуступка прав требования. Да какая разница-то? Это два абсолютных разных закона. Два абсолютно разных закона. Придурок. Есть федеральный закон, первостепенный нормативный акт. Вы должны сначала, прежде всего, соблюсти требования закона, в этом случае статьи 9. Действительно, федеральный закон номер 230 регламентирует ваши действия. Как вы должны действовать в процессе взыскания просроченной задолженности. Как должен действовать кредитор в процессе передачи. А гражданский кодекс определяет детали, которые должны соответствовать
прежде всего главенствующему закону, в нашем случае 230-му федеральному закону. И здесь 382-я статья вообще никаким боком здесь не проходит. Она здесь просто неуместна с юридической точки зрения. Применение этой статьи здесь не должно быть. Не вызвано никаких споров в отношении тезисов, заявленных в 382 статье. Никто с этим не спорит и не собирается спорить. Согласие, да ради бога, мы не против, что у нас согласие не спрашивают. Что может кредитор передать? Да ради бога, может, естественно. Но прежде чем это все произойдет, точнее в процессе, должник должен знать, с кем ему предстоит дальше общаться. И это обязательство кредитора, прописанное в законе. Он должен выполнить все эти нормы. И только после этого вы можете что-то там пытаться взыскивать. Кстати говоря, это ни в коем случае не обязывает должника вступать с вами в диалог. Мы можем просто заявить, давайте все споры будем вести в письменном виде. Совершенно спокойно. Кстати говоря, это более легитимный способ общения. Письменный формат, он действительно... Но в этом случае самый применимый. Ну куда ж, коллектору уже нельзя это признать. Тем более. Читаю статью, да, 382. Я с вами диалоги более вести не буду. Читаю статью 382. Все, я ваши диалоги больше вести не буду. Или как они, более? Они пытаются умничать вот такими вот терминами, манипулировать. Я более... Диалог вести не буду с вами. Как только человек открыл статью 382 и стал ему зачитывать. Хотел, вернее, зачитать. Давайте дальше. Ахинея там будет тоже весело. Чуть-чуть осталось. Так а почему вы скрываетесь? Михаил, я повторяю. Когда вы деньги оплатите мне? За что мне вам деньги платить? Да, Михаил, я же вам выставил требования. Оплачиваю. За ваши видео, за просмотры? Да какие просмотры? Кстати, можно и накинуть еще. Можно накинуть. Михаил, я вам выставил требования оплатить мне 60 тысяч. Когда будет сумма внесена? Сегодня или завтра? За что? Хотя скажите, за что? В смысле, за что? Потому что я выставил требования вам. Ну, а требования чего? Оплатить мне деньги. Вы же мне выставляете голословно. За какую услугу я вам должен оплатить? 60 тысяч, я ведь сказал. Да за какую услугу, я вам еще раз говорю. Значит, за какую? Тут нет услуги. Это не услуга. А я вам за что должен? Я вас занимал что-то, обещал вам. Так мы же у вас тоже ничего не занимали. И как вы, вот. Как вы теперь являетесь нашими кредиторами? Можете сказать? А давайте вы в Альфа-банк позвоните на горячую линию. Альфа-банк, мы звонили, и у них нет к нам претензий. Так, а вы дальше спросите у них, а вы, может быть, кому-то перепродали наш договор? А, они не перепродали, они никому не перепродали, а вы ничего не купили. Вы послушайте, не перебивайте. Если они вам подтвердят то, что они перепродали договор, может быть, вы по-другому заговорите тогда? А даже если они по телефону подтвердят, нам, знаете, как-то без разницы, потому что уведомления не было. Поэтому говорить можно все, что угодно. Что вы говорите? Если вас уведомят об этом. Ну вот, когда уведомят, тогда и будем. Только должен Альфа-банк уведомить, а не вы. Ну мы будем дальше работу продолжать. А, это с удовольствием. Слушайте, я замечательно, я записываю наши звонки. Да. И Галине Юрьевне передать, чтобы она на связь вышла. А где она, кстати, вернулась у вас? Где она там, за границей? Слушайте, да, она скоро возвращается, да, отдохнувшая. Хорошо. Тогда что я вам деньги-то должен, вы мне скажите? Потому что я требования выставил. Ну, подавайте на меня в суд, давайте я вам продиктую свои все данные, вы меня в суд подадите. Как мило. А, друзья, ну вот смотрите, да, опять зеркало во всей красе. Мы также им говорим, у вас есть претензии, подавайте в суд. Вот мы их сейчас, вот человек, вот этим разговором их провоцирует, зеркалит ситуацию, а у него вот ума не хватает понять, что над ним стебутся вот таким вот способом. Он пытается умничать, как-то выкручивается. Но здесь даже не выкручиваться надо, просто заткнуться и задуматься. Ситуация зеркальная. Браво, браво автору ролика за то, что он вот так вот себя
здесь проявил. Еще не конец. Ну, после того, как вы на меня подадите, тогда и... А мы на вас и не будем. Вы кто? Вы кто вообще? О, прикольно. Приходитесь. Нам нужна Галина Юрьевна. Она никогда не будет с вами общаться. Забудьте про нее. Так, а по номеру... Ладно, мы прозвонили другие номера еще. Пожалуйста, пожалуйста. Даже все номера, даже если она когда приедет, она будет сбрасывать, и переадресация будет на этот телефон. Ладно, хорошо, высылайте мне на номер телефона реквизиты свои. Кто-нибудь оплату подумаю. А какой номер телефона? Вы мне так и не сказали. Дайте мне ваш личный номер. Так вы мне вчера 4 пропущенных на него сделали, Артем Владимирович, вы о чем говорите? Я смс-ки, понимаете, я смс-ки присылаю, они не отправляются. Ну как? Ну, значит, вы плохо отправляете. Как мило. Может, вы их плохо принимаете? Может быть, почту мне свою дадите личную? Куда я вам могу счет-то выставить? Это не деловой язык, мило говорить. Почему не деловой? Ладно, я не буду на вас больше времени тратить. Почему? Там, конечно, приятно разговаривать, но... Неприятно или приятно? Да. Я не слышу, неприятно или приятно? И приятно, и неприятно. А вот мне с вами приятно разговаривать. Я готов с вами общаться. С вами, я так понимаю, всем приятно общаться. Вы дружелюбный человек, общительный. Да, это прекрасно. Звезды смотрите. Обожаю, да. Да. Телескоп очень хороший, кстати. Сколько у вас телескоп стоит? 100 тысяч. 100 тысяч. Если быть точным, 99 999 рублей. Представляете? Эльдорадо, что ли, брали? Нет, не в Эльдорадо. Это 4 глаза. Магазин 4 глаза. Видно потрясающе. Вы слушаете средства, не на звезды пустили, а помогли бы маме. О, Михаил, знаете, я гораздо большие средства пускаю, чтобы ей помочь. Михаил Владимирович, я вас по имени отчеству, вы меня по имени называете. Михаил, да, я... Слышали? Я вас по имени отчеству, а вы меня по имени называете. Какая персона прям, да? Ваше Величество, еще забыли добавить. Сеньор Помидорный. Она выдумывает себе вот эти вот идеи, какие-то мечты свои несуразные. Одна там с высшим образованием, другой с двумя высшими образованиями. Третий по арестам ездит, на арестах там. Четвертый в процессы ходит. Пятый, зовите меня по имени и отчеству. Ой, Господи, вы сброд. Никчемный сброд. Задумайтесь над этим. Все, что я сейчас перечислил, никаким образом не относится к вашей жизни. Да, вы до такой степени тупые, с диагнозом, что ваши фантазии для вас лично уже каким-то образом в материальный мир формируется, ваш личный, собственный. Но поймите, мы в других реальностях живем. Люди начинают соображать в отличие от вас. Если вы до такой степени себе нафантазировали, что действительно стали ощущать эту значимость, то я вам сочувствую, не только я, Михаил Николаевич. Папе привет передай Николаю. И спроси, почему он контрацептивами не пользовался в самый необходимый момент, когда тебя зачал. Даже помните, неоднократно я говорю, у меня, к сожалению, плохая память. Я... Михаил Николаевич меня зовут. Да, вот Михаил. Михаил Николаевич. Запомните. Я постараюсь. Запишите тогда, если вы Ну, вот такая история, друзья, значит, к общему знаменателю. 382 статью ГК РФ, смотрите, 230 федеральный закон, статью 9, для того, чтобы, кто не понял, еще осознать, что до такой степени все просто. Эти законы, эти статьи пишутся не для них, а для нас с вами. Именно в этом случае, если мы будем свою юридическую грамотность повышать, нам будет становиться все легче и проще. Воспринимать и жить как следствие. Всегда об этом говорю. У нас на канале куча информации бесплатной в помощь вам, в том числе плейлист «Что делать, если?», обращение Кузнецова Дмитрия. Там информация, за которую отдельно можно деньги брать, она бесплатно выложена. И что делать, когда умер заемщик? Как вступить в наследство? Что делать, когда банк выиграл суд, а вы об этом не знаете? Как себя вести, когда судебный пристав начал взыскивать? Как уйти от взыскательных мероприятий? Как остаться со своим имуществом? Все это есть. Как вообще не платить кредит законно? Видеопрезентация на нашем сайте.
посмотрите. Если вы действительно хотите стать нашим клиентом, пожалуйста, милости просим, но только взвесьте все за и против. Все за и против. Осознайте, успокойтесь в первую очередь и принимайте важное решение. Я никогда не скрывал, все сделать можно и самостоятельно. Не оплачивая услуг юристов. Но главное начать. Нужно успокоиться. Ну а теперь мы включаем нашу великолепную программу и попробуем нечто подобное совершить. Ну, все зависит от того, как они себя будут вести, чтобы не было недоразумений. Посмотрим, как они себя будут вести. Попробуем им тоже требования повыставлять. Да, друзья, вот что хочу сообщить. Спонсор сегодняшнего выпуска – компания Detail Car. Машины. Их становится все больше и больше. К сожалению, автомобилям свойственно ломаться. Где же покупать автомобильные запчасти? Тольятти – это сердце автомобильной промышленности России. Именно там находится интернет-магазин компании Detail Car. Интернет-магазин Detail Car отправляет автозапчасти в любую точку России и СНГ. Доставка от одного дня. Огромный выбор оригинальных и тюнинг автозапчастей. Возможна оплата при получении заказа. С каждым заказом вы получаете гарантированный подарок. Лично я дарю вам гарантированный промокод 5% по кодовому слову «Алиам». Кроме того, Detail Car приглашает к сотрудничеству оптовиков, а также всех тех, кому интересен дропшиппинг. Ну и, понятное дело, все ссылки, все подробности вы найдете в описании под видео. Алло, здравствуйте. Здрасте. Вадим Алексеевич. Я Почта слушаю. Банк, отдел сбытка, Небольшакова Елена Сергеевна. Нет оплаты по кредитному договору. Требование банка оплаты произвести завтра до 20.00 500 рублей и 2100 рублей. Успеваете? А откуда эти цифры взялись у вас? Элемент 120 карты 2100 рублей и почтовый экспресс 500 рублей. Я не считаю так. Пришлите мне расчет четкий, конкретный, откуда сформировались эти цифры. Чтобы я понимал, что это не выдумки какие-то. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, в отделение почты банка обращайтесь. А с чего вы взяли, что у меня есть вопросы? Это вы звоните, тут вопросы задаете. Вы, пожалуйста, не перетягивайте одеяло в такой абсурдной ситуации на себя. Я вообще своими делами занимался, вы позвонили мне, начали задавать мне вопросы, и вдруг говорите, что у вас какие-то. У меня нет никаких вопросов, я всем доволен. У вас будут начисляться неустойки. 20% годовых от суммы долга за каждый день, что продлевает график платежей. Также данные передаются в бюро кредитных историй. Угу. Вы все сказали? Да. Все это на бумаге точно так же запишите, мне передайте и подкрепите это документами, которые действительно подтверждают законность этих цифр. Можете это заглавить, требования банка, можете так заглавить этот документ. Документы у вас на руках, это договор, который вы подписывали. Угу. И что теперь? Теперь любой, кому не лень, может звонить и мне сообщать какие-то непонятные цифры, которые, в принципе, высосаны из пальца? Я вам сказала, если... Да мало ли, что вы мне сказали. Если... А я вам сказал, в свою очередь, как это должно выглядеть в законном формате. Банк пускай мне составит это требование на бумаге, запечатает в конверт. Кстати говоря, перед этим пускай подпись ответственного лица на этой бумаге появится и печать организации. И четко, конкретно, на доступном для человека языке распишет, откуда взялись эти вот требования. А банк может с вами расторгнуть договор в одностороннем порядке. Очень хорошо, я согласен. Я согласен, но перед этим он должен меня уведомить письменно об этом. То есть, так или иначе, как бы вы сейчас не напрягались, не пыжились, все сводится к письменному общению. В том числе и расторжение договора. Всего доброго, до свидания. Не получилось, да? Что не получилось? Ничего не получилось, я чувствую. Ничего не получилось. Кого? Чего ожидать-то? Всего доброго. Чего ожидаете, не пойму. Письменного ответа вы хотели? Хорошо, вы получите письменный ответ. Ну так и говорите, а то я перепугался. Вдруг мне выездную группу ожидать. А то одна выехала, по-моему, даже две уже выехала. Можете где-то потерялись уже где-то. Так я жду. Так, давайте для ровного счета три пускай сразу приезжает. Вот, две же уже едет.
До свидания. Алло. Алло. Да-да-да. Кто там? Алло, здравствуйте. Альфа Банк, департамент взыскания и просроченной задолженности. Специалист Мария Алексеевна. Павел Андреевич, это вы? Да, конечно. Ну, вы звоните. Как вас зовут? Что у вас нового? Мария. А, Маша. Что новенького, Маша? На кредитной карте в Альфа-Банке 13-й день находится на задолженности. Как вопрос решаете с оплатой? Какой вопрос? У кого вопрос? У нас вопрос к вам. По кредитной карте 13-й день на задолженности. Это ваши вопросы. Почему не оплачиваете? Не хитрите. Вопросы, если у вас есть, то сами их и решайте. У меня никаких вопросов нет. У вас задолженность не у меня пока что. Так вот, вы как сформулировали утверждение? Как вопрос решаете? Я был поставлен в тупик. У меня вопросов-то никаких нет, что решать несуществующие вопросы. Для меня ничего. Я вам уже сказал, какой вопрос. Ну какой вопрос? Нет, вы не сказали. Или вы считаете, что задолженность 13 дней это несет статус вопроса для меня? Для меня здесь все очевидно. У вас оплата должна была поступить еще 13 мая. И не поступила. Ну, тогда все вопросы к оплате. Сегодня будет оплата? Откуда я знаю? Вы оплате эти вопросы задавайте. Оплата не поступила, вы ее одушевляете, она какие-то действия осуществляет самостоятельно. Вы корректные вопросы решаете. По вашему, в вашем возбужденном воображении оплата – это одушевленная какая-то субстанция. Ну, звоните, узнавайте телефон, нанимайте частных сыщиков, узнавайте, да, номер телефона оплаты, почему она не поступила куда-то. Своими делами занимается, да, какими-то вы тут... Какой номер телефона вы слышите, о чем я вам вообще говорю? Вы готовы к диалогу? А вы сами себя слышите, я с вами диалог веду. Я четко, конкретно, вот прям по буквам за ваши слова цепляюсь и пытаюсь вам дать понять, что вы ахинею несете в очередной раз. Оплата поступила, почему не поступила? Откуда я знаю, почему она не поступила? Вопросы эти задавайте оплате. По-вашему, она же какая-то куда-то поступает. Ладно, посиди на связи, я с кем-нибудь еще поговорю. Алло. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. С оператором. Сейчас потом эксперт возьмет. Специалист. Здравствуйте. Здрасте. Алло, здравствуйте. Здрасте. Это микрозайм Екапоста, Котелевский, Никита Игоревич. УМК Карл-центра финанс, менеджер по работе с клиентами. Разговор записывается в рамках рекламной акции. Николай Сергеевич, правильно? В рамках чего он записывается? В рамках рекламной акции. Чьей рекламной акции? Что рекламируете? Здравствуйте, Банком кредит, Толкина, я Антеевна. Могу поговорить с Банком Михаилом Васильевичем? Еще раз повторите, кто вы? Банк Home Credit, Столкина Яна Андреевна. Ага. Здрасте, разговаривайте. А я звоню вас уточнить информацию. Мацию задержалась 2672 рубля, копейки. А уточнить плату уже вносили? Девушка, у вас вот этот микрофончик, да, пожалуйста, подальше от рта, а то все сливается. Практически какой-то звук один, и вы как будто поете песню, правда, не на понятном языке, и ничего не понимаете. Там какие-то отдельные слова выскакивают. Балдейку вот эту вот такую простите, круглую. Простите, у меня тоже в телефоне как будто вас на громкой связи. Чего? У меня тоже есть эхо в телефоне, как будто вы на громкой связи. Давайте, подготовьтесь, будьте готовы к разговору, перезвоните мне. Я готова, вы можете уделить минуту? У вас плохо слышно, если сейчас будет что-то не то, я буду вынужден опять вам приготовиться, порекомендовать. Говорите. Скажите, пожалуйста, платеж вы уже вносили 6672 рубля 5 на копейку? Да я никому ничего не вносил и не собираюсь этого делать. А что случилось? А что должно быть? А что должно случиться? Почему обязательно что должно случиться, что ли? Чтобы человек отдавал свои деньги. Да, а в том-то и дело, ничего не случилось такого сверхъестественного, что меня сподвигло отдать деньги кому-то непонятно куда. Так раньше же вносили, что-то сподвигало. Да, а сейчас ничего не происходит вообще.
То есть вы оплачивать эти кредиты больше не будете? А-а. Хорошо, спасибо за информацию. Всего доброго, хорошего вечера. До свидания. Вас приветствует Альфа-банк. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. Оператора. Запомнил. Здравствуйте. Инспектор департамента взыскания досрочной задолженности Альфа-банка, Оксана Александровна Артамонова. Могу я услышать? Иван Владимирович. Да, это я. Вы простите, кто? Куда? Кто вы? Должность? Альфа-банк. Альфа-банк. Инспектор Оксана Александровна Артамонова. Слушаю вас. Магнал Владимирович, звоню по поводу долга вашего. 50-й день находится на задолженности. До сих пор вопрос не регулировали, оплату не произвели. И задолженности не вышли. Когда собирается долг оплачивать? Когда будет выход из задолженности? 14-700 как платилось. А, да я это, ну, так скажем, Оксана, это ваша версия выхода из задолженности или чего там. Я, во-первых, никуда не входил и выходить ниоткуда не собираюсь. Ну, вот эта версия мне не подходит. Я уже для себя все критерии обозначил. И я остаюсь в той ситуации, в которой мне комфортнее всего, именно вот нынешний. Вы долг-то погашать будете, нет? А я не считаю, что я кому-то должен. Прошу в таком случае в дальнейшем уведомлении по месту регистрации ожидать, значит, будет принудительное взыскание. А это правильнее всего, конечно. Все на бумажке. И даже, кстати говоря, да не надо это говорить. Все вот эти вот последствия, возможные, пожалуйста, на бумажке, да, на бумажке все изложите. До свидания. Все будет хорошо и вам, и мне. Алло. Алло. Да, я вас слушаю. Здравствуйте, Альфа-банк, старший специалист Наталья, департамент взыскания просроченной задолженности. Юрий Васильевич, это вы? Да. Вас тут очень плохо слышно. Можно чуть погромче? Да, я это говорю, я. Юрий Васильевич, 29-й день задолженности у вас по кредитной карте. Требование банка задолженность погасить в течение суток. Сумма к оплате с учетом следующего платежа выставлена составляет 11 460 рублей. Оплата поступит в рамках требования банка. Слушайте, у меня всегда вопрос такой возникает. У вас они есть вопросы, у меня есть. Ответьте мне на вопросы. Дальше я, в принципе, скажу, когда я заплачу. Но при условии, что вы мне ответите. Почему? Когда вот робот говорит, он говорит, что вам сейчас ответит оператор, а мне отвечает главный специалист. Кто ошибается в этой ситуации? Робот? Или вы лукавите, что вы специалист? Просто очень важно для понимания. То есть, ну, чувствуете разницу с оператором, я беседую, или с главным специалистом? То есть совершенно разное. С оператором я бы одно сказал, с главным специалистом, естественно, совершенно другое. Другая манера общения, и диалог сложится совершенно по-другому. Статус главный специалист, то есть человек... Я старший специалист. Ну, старший, так это еще круче, старший, главный. То есть у вас есть в подчинении очень много людей, скорее всего, операторов. Итак, это робот ошибся? Нет. Или, ну, я так понимаю, робот ошибся. Значит, ну, коль вы сейчас подтвердили второй раз, что вы старший специалист, просто... Развитие событий. Сколько у вас подчинений людей? А то потому, что с Альфа-банка постоянно звонит либо эксперт, либо старший специалист. Оператору у вас ни разу не представил, что я звоню, там оператор. Вас этот робот врет на самом деле и вас в невыгодном свете представляет. Ну, то есть старший, главный специалист. Чего вы не даете доступ к общению стажерам, простым специалистам, операторам этим? Перехватываете, выхватываете у них трубку. То есть оператор должен тоже учиться. Чего вы не даете молодежи развиваться, старшие специалисты? Не пойму. Юрий Васильевич, какое это отношение имеет к вашему просроченному долгу? Ну как, ну мне жалко, мне обидно. Я хоть раз хотел поговорить с оператором, с простым, не с заносчивым человеком, который учится. Мы бы, может, вообще язык нашли. А сразу меня сразу под пули бросают под старшего специалиста. Я понимаю, что вы сейчас с меня взыщете все, выжмите меня, как
Не знаю, как баба на реке тряпки выжимает, знаете, фух, и сухая практически. Ни копейки не останется. Я ее боюсь, хотя бы постепенно, чтобы сначала какой-то просто оператор, а потом специалист, потом там, претендент старшие специалисты, а потом уже старший. А еще эксперты у вас есть, знаете, эксперт у вас, а потом еще старший эксперт. Это же вообще, это ужас. Вот это у вас лесенка, градация. А сколько нужно времени для того, чтобы стать специалистом, потом старшим специалистом, потом экспертом, потом старшим экспертом? Сколько времени? Наверное, лет 8-10. И как минимум образование должно быть, ну, парочка, да? Юридическое, экономическое, да? Юрий Васильевич, давайте вернемся к вопросу вашей профессии. Почему? Нет, не получится. Вы сейчас демонстрируете навыки стажера, а не главного специалиста. Вы должны закрыть мое возражение. Так учит любой элементарный букварь, который, в принципе, вы должны изучать в самом начале, в АЗАХ, когда вы только становитесь оператором. Вас должны учить закрывать возражения. Ни в коем случае вы не должны менять тему. А если это и делаете, то должны делать это технично, чтобы заинтересовать собеседника. Юрий Васильевич, какое это имеет отношение к вашей просроченной задолженности? Я понятия не имею, какое это имеет отношение. Просто я пытаюсь четкие конкретные заявления ваши обсудить. И это действительно имеет отношение к тому, что сейчас происходит. Либо мне позвонил человек с завышенными амбициями, который просто врет, а робот-оператор сказал правду. Я пытаюсь этого человека с завышенными амбициями вывести на чистую воду, как говорится. Либо действительно сейчас вы закроете возражение, и я говорю, как я высушенная выжатая тряпка, пойду и последнее отдам. Если со мной говорит старший специалист по взысканию задолженности. Но это же не просто так такие титулы присваиваются. Или вы там все самозванцы? Юрий Васильевич. И ни хрена не умеете. Вот. Идет нарушение условий договора. Кто куда идет? Требование произвести оплату в течение суток. Не согласен. Закрывайте возражение. Не согласен. Не согласен. Не согласен. Никто никуда не идет. Я не согласен с вашим утверждением. Я по-другому считаю. Оплата в рамках требования банка поступит? Не хочу обсуждать никаких вопросов об оплате. Сначала мне продемонстрируйте свою экспертность. Заявите о своих полномочиях. Докажите, что вы из банка звоните. Потом будем говорить о каких-то оплатах, которые куда-то идут, по вашему мнению. Юрий Васильевич, если вы сейчас не готовы к диалогу... Я готов к диалогу. По-моему, очень сейчас отчетливо демонстрирую, что изо всех сил пытаюсь вас поддержать. Я хочу поддержать и диалог в том числе. Мне очень важно понимание, чтобы вы понимали меня, я понимать начал вас. Пока что, кроме того, что кто-то куда-то идет, я ничего не услышал. Кстати, хотел сказать членораздельного, это, кстати, тоже информация совершенно глупая, про то, что кто-то куда-то идет. Просрочка, вы сказали, или оплата, или идет, и не идет. Так вы, по-моему, выразились? Юрий Васильевич. Позовите, пожалуйста, помощника своего. По-моему, надо начальству пересмотреть вот это вот решение, назначить вас старшим специалистом. Или вы сами себя перед зеркалами назначаете. Сегодня я буду экспертом, а завтра я буду главным старшим специалистом, да? Смехотище! Задумайтесь, о чем вы говорите. Перестаньте втыкать свои несуразные фразы сюда. Вас уже никто ни во что не ставит, не принимает вашу информацию всерьез вообще. Вы задумайтесь, вам говорят изо дня в день. Весь интернет кричит прямо во все горло вам. Эй, специалисты, спуститесь с небес на землю. Вы никто и звать вас никак. Все требования, которые касаются денег, должны выставляться на бумаге. Запомните это раз и навсегда. Об этом говорит закон в части статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Юридически значимые сообщения должны быть на бумаге. Запомните это, старшие специалисты. Помним? Понятно? Давайте тогда еще вспомним 810 статью Гражданского кодекса 350. И что же мы там вспомним? А почему вы их не вспоминаете? Что я обязан выполнять условия договора? Вы об этом хотите заявить мне? Нет, Юрий Васильевич, договор, который вы подписали с банком, также юридическую силу несет. Я с этим и не пытаюсь спорить. Я с этим что ли спорить пытаюсь?
Илья сказал хоть в одном своем слове, что этот договор не несет никакой юридической силы? Так вот, если он несет юридическую силу в себе, то вы в соответствии с законом должны действовать, так как вы сторона, которая подписала юридически важный документ. И действовать вы должны соответственно. Не вы в буквальном смысле, а ваше руководство. А оно прибегает к помощи таких недотеп, как вы, дав им возможность называть себя какой-то вымышленные какие-то титулы себе присваивать. Юрий Васильевич. Ну, я уже много раз от вас свое имя и отчество слышал. Что это меняет в нашем с вами, в наших Давайте с вами позициях? В любом случае вернемся к вопросу вашей задолженности. Если вы не готовы к диалогу, мы вам перезвоним позднее. Сейчас поняли, что сказали вообще? Вот сейчас вот этот набор слов, по-вашему, составленных предложений. Логика в этом есть. Давайте вернемся к диалогу. Если вы не готовы говорить, давайте мы перезвоним позже. Где идея, где вообще резонанс, где какой-то смысл в этом заявлении? Да что вы опять, Юрий Васильевич, не истерите, говорите по делу. Давайте вернемся к вопросу. Ну давайте, берете лист, ручку, либо не так, берете и сообщаете своему руководству, что Юрий Васильевич будет с вами общаться только в письменном виде. Письменный договор вы заключали... Почему письменный договор? Вот, кстати говоря, да, почему-то договор мы заключили вам с вами в письменном виде. А требования вы почему-то отказываетесь мне в письменном виде представлять. А? Когда вы получали карту, вы подписывали договор. Вот, что теперь? Вы подтверждали, что вы с условиями банка ознакомлены. Ну я с этим, что хоть одним своим словом я вообще заявил о том, что я не согласен с тем, что я какие-то там отношения зафиксировал с банком. У вас сейчас идет нарушение. Кто куда идет? Да следите вы за языком, за своим. Идет. Какой что идет? Вы что, не знаете, как формируются предложения в русском языке, что ли? Кто куда идет? Японская машина. Сейчас будет по скрипту зачитывать, главный специалист. Хорошо, что хоть читать. Вам говорят, что вы главный, как только читать, да, как алфавит смогли повторить сразу. О, главный, все пойдет. Главный специалист, позорище. Юрий Васильевич, я понимаю, что ваши отвлеченные темы... Какие отвлеченные темы? Я о вас говорю. В буквальном смысле. Вот в нашем этом сейчас... В этой ситуации только вы и я. Я говорю о вас, а вы пытаетесь говорить обо мне. Только вы какую-то ахинею несете, что у меня кто-то куда-то идет, уже несколько раз вы об этом заявили. Юрий Васильевич, если оплата опять не поступает в течение суток, банк уже направит вашу анкету в управление. Владимир же будет через в течение суток. Еще через сутки, еще такая же вот перезвонит обморочная. Или такая, или ты же и перезвонишь. Опять скажешь, что ты главный специалист, и начнешь вот этот скрипт мне читать, демонстрировать свои навыки в чтении бумажек. А навык в том, что можешь читать и не задумываться, что читаешь. И, кстати говоря, не слышать, что тебе говорят. Одновременно. Медуза. Вот та тоже, блядь, плавает и похер, блядь. Мозгов нет. Одна вода. Готовы выслушать? Что-что? Готовы выслушать? Можно я договорю? А что ты говоришь ты? Ну что ты мне скажешь такого ценного, полезного? Кроме того, что... вот она ценность, да, твоих заявлений, главный специалист. Ну, давай попробуем. А ты вообще знаешь, как ведется конструктивный диалог? Сразу, основная задача конструктивного диалога, ни у кого не должно быть скрипта. Сценарий в голове какой-то может быть, но скрипта быть не должно. Иначе это никаким образом не относится к конструктивному диалогу. Подготовьтесь, пожалуйста, к диалогу по поводу вашей просроченной задолженности. Мы вам перезвоним. Подготовься, пожалуйста, к диалогу по поводу того, главный ты специалист или никчемное существо. И потом перезвонишь, если захочешь. Окей? Ветер без камней? Всего доброго вам. До свидания. Зачем ты врешь? Ты же не так не желаешь мне. Ты же не хочешь, чтобы мне что-то там доброе происходило.
Мне всегда любопытно после таких разносов. Я же ни за что в жизни не поверю, что она вот раз и тут же забыла. Как бы там они не были абстрагированы от ситуации, как бы они к этому не относились, но все равно... Алло. 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 Алло, здравствуйте, Дмитрий Александрович. Здоровеньки. Алло. Кто это? Я представлюсь, это отдел по работе с задолженностью ОМФК «Быстрые деньги». Меня зовут Владимир Марк, надеюсь, разговор. Хорошо, кто сейчас, спасибо. Дмитрий Александрович. Да, это я вам требовал. Вопрос о задолженности идет речь, 21 марта. Да, когда оплатите? Когда, 21 марта оплатите? Дмитрий Александрович, я говорю о вашей задолженности, которая тянется 21 марта. А ваша мне задолженность, я же вам требования выставил, помните? Звонил вам, говорил, я выставляю требования вам. А у вас в договоре займ прописано о всех условиях. А, да это потом обсудим. Да. Нет, сначала я вам требования выставляю, только после этого будем о моих там каких-то вещах говорить. В первую очередь, на первом месте давайте будем обсуждать то, что я вам выставил требования, вы мне должны заплатить. Ваша организация. Алло. А я вас слушаю. Здравствуйте. Здрасте. Я представлюсь. Благодаря Хамутиру, у меня компания НСВ. Звонок у нас в интересах Центральбанка. Разговор записывает. Дмитрий Александрович, вы? Какая компания, простите? Компания НСВ. НСВ? Да. Я же вам требования выставлял. Что там у вас? Когда оплатите? Вас очень плохо слышно. А скажите, пожалуйста, какое у вас местное время? Что? Чего вы кричите? Зачем кричать? Говорите обычным голосом, будет все нормально. Вас плохо слышно. Неправда. Что-то у вас с аппаратурой. Вы из дома, да, работаете? Передайте там своему руководству, что я вам требования выставил окончательное. Вам нужно в течение суток оплатить сумму 35 тысяч рублей 89 копеек. Кому вы выставили такое требование? Вашей организации НСВ. А по какой причине? Можете подсказать еще раз, какое у вас время местное? У нас местное время. Зачем вам эта информация? Просто оплачивайте и все. Требование вам непонятно разве? По номеру телефона, поэтому карточка привязана. Туда 38 тысяч оплатите. Можете округлить 39 оплатить. Я с вами прощаюсь, до свидания, потому что когда оплата, будет? Вы не готовы к конструктивному диалогу, я так понимаю. Будьте готовы, перезвоните мне. Готовьтесь к конструктивному диалогу. Ждите повторных коммуникаций. До свидания. Подготовьтесь к конструктивному диалогу. Да? Алло. Алло. А кто это? Владимир Александрович, здравствуйте. Здрасте, кто это? Микрофинансовая компания «Веб-банкир». А, очень хорошо. Ну, что решили? Ну, что вы решили, Владимир Александрович? Ну, я-то что решил? Я выставил вам требования, и вы это знаете, не надо это скрывать. Когда осталось 2 дня, когда оплатите. Какие требования вы выставили? То есть вы удерживаете чужие денежки? Ай, да, на это забейте. Это все, это уже забудьте. Это все. Теперь ситуация по-другому. Я вам выставил требования. Вы взяли деньги в долг. Подписали финансовые документы. Не, вас кинули, вас все. Считайте, что этих денег больше не будет. Теперь вы мне должны. Я давеча выставил вам требования, звонил вам, организовал в очередной раз. Дал вам 3 дня. 3 дня. Сегодня или завтра, каким способом оплачивать будете? Зачем вы нам дали 3 дня? В связи с тем, что я вам выставил требования. Вы взяли в долг? Нет, я вам выставил требования. Оплатить 38 тысяч 89 рублей 54 копейки. Каким образом оплачивать будете? Так, давайте вернемся к общепринятому способу общения.
Вы не готовы к конструктивному диалогу, я не пойму. Так, давайте вы подготовитесь к конструктивному диалогу и потом перезвоните. Владимир Александрович, здесь выставлять свои требования не надо. Я зафиксировала. Почему это не надо? Что это значит? Как это не надо? Я слышал, что организации всякие берут, просто так звонят, да, вот коллекторы, да, и выставляют. Так, вы тоже. Все, понял. Так. Всего доброго, до свидания. Будете готовы к конструктивному диалогу, перезвоните. Здравствуйте, Сертянова Карлова Шабайна, Почта Банк, отдел состояния. Валентина Павловна. Вы вдалеке от трубки стоите или что? Валентина Павловна, как добрый телефон? Вот это другое дело. А вы кто такая? Сертянова Карлова Шабайна, Почта Банк, отдел состояния, старший специалист. Старший прям? Да. Ух ты. А старше вас нет или есть еще главный? А почему Валентина Павловна трубку не берет? Разве это не ее номер телефона? Какая вам разница, почему она не берет? Свободный человек, что хочет, то и делает со своей трубкой. Вы кем мне приходитесь, что так отвечаете? А как? А что вам не нравится в моей манере? Я просто вас спрашиваю. Ну, вы сказали, вы кем ей приходите, что так отвечаете? Вы сын, родственник. Вы еще осознаете, что вы из слов, какое предложение составляете? Конструктивный диалог вести будем? Да, конструктивный. А, вам не нравится то, что я говорю, и вам сразу кажется, что это неконструктивно? Хорошо, ответьте мне, что не нужно близко. Лучше тогда давайте хрипеть не будем. Ни слова непонятно. Будете готовы к конструктивному диалогу, подготовьтесь, пожалуйста, к конструктивному диалогу и перезвоните. Самое главное, когда будете готовиться, почитайте, что такое конструктивный диалог на самом деле. И после этого позвоните еще раз. Ой, как змея получилась. Очень страшно. Не надо шипеть было так. Не надо в рот прям засовывать. Я понимаю, привычка такая. Так все было смешно. Зачем было так это близко? Это балдейку ко рту подносить. Скучаете, да? За балдейкой. Эх, ничего. По себе нигде не судят. До свидания. Будете готовы перезвонить? Алло. Алло. Да. Тарас Бабанович? Да. А кто это? Здравствуйте. Здрасте. Сбербанк, отдел судебного взыскания по оплате вашей карты договора кредитного. Чего? Когда вы планируете оплату? Чего по оплате вашей карты? Карты кредитные, договора. У вас просрочка на сегодня. Подождите, еще раз, давайте я за вами повторю, вы попробуете догадаться, можно было понять... Карта ваша кредитного договора. Что это означает? По карте, я говорю, и кредитному договору. Что по карте и кредитному договору? Просрочка. У вас просрочная задолженность на сегодня. Допустим, и что? Когда вы планируете оплату? Ничего не планирую. А почему вы спрашиваете, кто вы такая? Я вам представила, Сбербанк, отдел судебного взыскания. Да ладно. Фактическое местонахождение сообщите свое. Калуга. Калуга? А поточнее, будьте любезны. Центральное отделение Сбербанка. Ага, адрес. Вы по закону обязаны мне по первому требованию сообщить фамилию, имя, отчество. А вы приедете? Зачем? Я просто хочу знать. На Кирова 21 находится в Сбербанке. Аудитория какая? У нас нет аудитории. А что, вы прямо это самое, в клиентском зале сидите, что ли, или что? Да. Что, правда? Что я такое? Звоню вам по оплате вашего долга. Вы будете разговаривать? Я понимаю, да, я это уже понял, вот этот вот набор слов, который вы говорите. Мы звоним вам по оплате вашего долга. Ну, это вообще, в русском языке, ну, если бы вы, допустим, сдавали бы какой-то экзамен, писали бы сочинение, сформировали бы так предложение, вы получили в лучшем случае... 3 с минусом. Угу. Что вы мне еще хотите сказать, скажите? Все, вы взяли, что я хочу вам что-то говорить. Все, я вас поняла. До свидания. До свидания. Будьте готовы к конструктивному диалогу. Перезвоните.
Алло. Да-да-да. Алло, меня слышите? Отлично слышу. Кто это? Алло, здравствуйте, Альфа-банк, старший специалист по патентам взыскания просроченной задолженности Беляева Кирьяна Есенина. Евгений, что-то вы? Да, это я. Вы прям действительно старший специалист. Алло. Вы старший прям специалист? Или так, просто... Да, старший специалист по патентам взыскания задолженности. Ух ты. Вот а вы, Евгений, меня слышите? Да слышу, его уже спрашивали. Забыли уже. Нарушаете свой договор в Альфа-банке 85 дней по вашей кредитной карте. Сумма платежа составляет 32 800 рублей. Вы не правы. Необходимо оплатить. Вы не правы. Либо сформировали предложение неверно, либо действительно, если так думаете, то не правы. Я не нарушаю договор в Альфа-банке. Во-первых, я не в Альфа-банке. Во-вторых, нет такой формулировки договор в Альфа-банке. Тут что нужно на вид не взять? Что я сейчас нахожусь в Альфа-банке, это ошибка. Договор в Альфа-банке такой формулировки не существует юридической. Я бы на вашем месте так заявил. Вы нарушаете договор, заключенный с Альфа-банком. Как думаете, так правильнее? Андрей Евгеньевич, пусть будет по-вашему. Да не и пусть так будет по-вашему. Пусть только не по-вашему будет. Давайте так договоримся. Пускай лучше как угодно, но только не по-вашему будет. Ага. Андрей Евгеньевич, со 2 марта нет оплаты. 85 дней сейчас срок задолженности. По какой причине нарушили условия кредитования? Договор... Чего взяли, что они... А что вы взяли, что они нарушены? В договоре четко прописано, что если какие-то вот эти просрочки возникают, то начисляются санкции какие-то, начинают применяться. В этой связи договор действует во всей своей юридической силе. Начисляйте. Ну, Андрей Евгеньевич, вы также должны понимать, что банку нужны благонадежные клиенты, которые выполняют... Хорошо, но беда банка, но нужны, но не бывает так все. По прям, вашей карте. Прям просто так. Вот нужны. Ну, нужны. И мне нужны. По что-то причина вы не вносите оплату. Я вам еще скажу, что Альфа-банку нужны не только старшие специалисты, а еще и вменяемые специалисты. Ну, ладно. Что там вы говорили? Давайте послушаем вас еще. Задолженность, который вы не оплачиваете в длительный срок, который необходимо оплатить до 28 мая включительно. Я усомнюсь в этом утверждении, именно с филологической точки зрения. Оплачивают вообще-то какие-то взносы, платежи. И правильно было сформировать предложение так. Вы не вносите платеж по просроченной задолженности. А оплачивать просроченную задолженность, ну хотя бы можно было бы сказать, почему вы не уменьшаете свою задолженность? Ну как-то так, ну соберитесь. Вы же все-таки старший специалист, вы должны пример подавать своим подчиненным. Есть у вас подчиненные, кстати? У любого старшего, ну сотрудника, носящего статус старший, главный, должны быть подчиненные. У вас сколько подчинений людей? Ну, я сейчас веду речь о вашей задолженности. А я понимаю, не хотите, не отвечайте. Я понимаю, что ответить-то нечего. Чтобы могли полностью восстановить свой график платежей, соответственно, избежать полного выставления. Ну, прежде чем предполагать такие версии течения событий, вы должны были уточнить, а надо ли это мне восстанавливаться в каком-то придуманном вами, точнее, даже не вами, а вашими... Ну, вот этими рабовладельцами, которые пишут тексты вам. И говорят, только когда будешь зачитывать, не вздумай включать мозги. Читай просто тупо, за тебя уже подумали. Так вот, спросить надо, а вам вообще хочется восстанавливаться в каком-то там графике, вот в этом платежей каких-то? Забыли, да? Так я вам отвечу. Нет, ни желания, ни возможности, кстати говоря, восстанавливаться в каком-то там графике. Самое главное желание. Ну, а по какой причине? 85 дней банк вас ожидал, предоставил время для решения вопроса. А какая связь между вашим вопросом и утверждением, что банк что-то ожидал? По какой причине? Так вы спросите, по какой причине вам плевать на то, что банк ожидал? Да причина очевидна. Она в вопросе, потому что кто такой банк, а кто такой я? Мои амбиции гораздо важнее для меня, чем амбиции банка. Я вас услышала. Но в таком случае я фиксирую отказ от оплаты в сроке. А вы, пожалуйста, подготовьтесь в следующий раз к диалогу. Почитайте какие-нибудь книжки, кроме «Мой Дадыра», что-нибудь.
чтобы у вас какие-нибудь начали формироваться способности для составления слов предложения. Это очень важно для главного специалиста, поверьте. А иначе вы не то что главный, вы даже не специалист. И не завидую я вам, вашим многочисленным подчиненным, которые у вас в ваших мутных фантазиях там нарисовались в тот момент, когда вы сами себя назвали главным специалистом, четко перешагнув несколько ступенек с должности оператор колл-центра к, точнее, должности старший специалист. Это смешно. И уже многие над вами хохочут. Когда вы в следующий раз придете на работу, да, наденете себе на голову вот эту вот гарнитуру. Пожалуйста, вспомните мои слова. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Тречкова Мария Анатольевна. Старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Сергей Петрович. Не кричите, а то сейчас лопнете. Что же вы так напрягаетесь-то? Ну, кто-то говорит клиенту, что не слышно. Вы меня нормально слышите? Да, более чем. Но если вот это напряжение сейчас в собственном голосе как-то нейтрализуете, то будет проще. Вы же самый главный специалист департамента досудебного взыскания Альфа-банка. Это же целый чуть ли не генералиссимус. Да? Так давайте, наверное, более к теме по кредитной карте на 519 031 рубль. Вам звоню касаемо вот этого вопроса. Вы намерены все-таки в добровольном порядке закрывать? В добровольном порядке? Но вы, задав этот вопрос, создали у меня, ну так, по минимуму интригу. То есть, когда вы сказали термин «добровольный порядок», соответственно, вы учитывали еще в гипотезе возможность какого-то недобровольного, насильственного порядка. Пожалуйста, потрудитесь объяснить альтернативу мне. Донесите до меня, что меня ждет, если я вот сейчас не соглашусь в добровольном порядке что-то делать. Что такое недобровольный порядок, по вашему мнению? Как он может мне жизнь испортить? Что? Вот, сделайте что-то со связью, а? Где у вас сейчас, вот вы как, по телефону говорите или через гарнитуру? Что происходит? Почему я ни одного слова вашего не слышу? Добровольный порядок, это напрямую в Альфа-банк, принудительная стадия взыскания через суд уже. Через что? Принудительно, через что? Через суд уже вопрос закрывается. Отлично, отлично. Я же вам уже сообщил. Как, ну, нормальные гражданские взаимоотношения. Суд. А почему вы вдруг суд возвели в статус какой-то угрозы для человека? Это состязательный процесс. Для грамотного человека это наоборот приоритетная возможность. Ну, я вас поняла, что на суд, значит, вы на суд склоняетесь. Да? Так, вот было все нормально. Проконтролируйте расстояние вот от вашего голосового аппарата до микрофона как-то так, чтобы я вас понимал. Здравствуйте, оставайтесь на линии. Для вас имеется важное сообщение. Здравствуйте. Да-да. Слушаю вас. Вас не слышно, почему вы молчите? Я не молчу, я вас слушаю. Компания МБА «Финансы», специалист Смирнова Галина Николаевна, разговор наш записывается. Марина Владимировна оставила этот номер для связи. Я могу ее услышать? Все правильно, мы же вам требования выставили. Да, все, когда будете оплачивать, все возможные способы оплаты, все здесь, да. Вы с кем сейчас разговариваете? С вами. Я вас попросил пригласить Марину Владимировну. Она с вами общаться не будет, она делегировала мне все эти возможности, и в этой связи я в очередной раз вас прошу. Какие когда возможности? Общение с вами, взыскание с вас, вашей задолженности. Кем с нами? С МБА «Финанс». Мы вам выставили требования. Почему? Нотариальную доверенность отправляйте. Почему вы не оплачиваете? Нотариальную доверенность отправляйте.
Передайте Марине Владимировне, что мы ждем ее звонок. А вы нам уже... Мы с ней ни разу не разговаривали. Да. А что она с вами будет говорить? Вы же нам тоже никакой доверенности не отправили. До свидания. Все, подождите, доверенность отправьте нам сначала. А, повторяю еще раз. Марине Владимировне передавайте информацию. Повторяю еще раз. Будете готовы к конструктивному диалогу? Ждите повторных коммуникаций. Друзья, на самом деле все это было красочно преподнесено человеком, да, вот то, что мы с вами обсуждали, да, послушали, логично. Ну, у человека не так много звонков, и он может там позвонить, как-то спровоцировать вот такой полноценный разговор, за что ему огромное спасибо. В нашем случае, когда они звонят, они заточены на скрипт. С ними очень тяжело выстроить какую-то красочную беседу, тем более, когда они понимают, что что-то идет не по сценарию, они начинают сливаться. Но так или иначе, я надеюсь, вам сегодняшняя запись понравилась, сегодняшний ролик вам, я думаю, зашел, так же, как и все предыдущие. Если что-то не так, пожалуйста, напишите в комментариях, если понравился, тем более пишите, мы все комментарии, я все комментарии читаю. И, естественно, реагирую каким-то образом, стараюсь. Ну, давайте по-честному. Ну, тысячи комментариев мне не получается почитать, но я читаю регулярно, каждый день трачу какое-то время на то, чтобы почитать комментарии ваши. Ну и что еще хочу сказать? Очень важно для меня. Друзья, прежде чем воспользоваться услугами компании «Алям», у нас сейчас идет какая-то очень большая волна, у нас операторы, наши сотрудники не справляются. Не все могут дозвониться, многие просто трубку не берут, боятся коллекторов, сбрасывают, а мы звоним, потому что люди заявки оставляют. Все-таки очень много мы тратим время на то, чтобы объяснить практически с нуля. Человек послушал Кузнецова на канале, сказал, все, можно не платить, и мне ничего не будет. Ну, давайте не буду на этом останавливаться подробно. Я просто в очередной раз, ребят, вас отправлю на наш сайт, где есть видеопрезентация «Как не платить кредит законно». Прежде чем становиться клиентом компании «Алям», пожалуйста, взвесьте все «за» и «против». Только после этого принимайте решение. Самое главное, успокойтесь, для этого наш канал. Самое главное, что вам нужно понять, что эти звонки не несут под собой ничего страшного, никакого юридического обоснования, ничего абсолютно. Поэтому успокоиться – это первое, что вы должны сделать. И потом вам в голову начнут поступать нормальные, как они говорят, конструктивные идеи. Но только в том смысле, в котором это принято в нормальном думающем обществе, а не в обществе коллекторов, которые... для которых слово «конструктивный диалог», «конструктивное общение» несет какой-то другой смысл. Да? То есть говорить то, что они хотят услышать. Но ничего общего с конструктивом это не имеет. Поэтому я в очередной раз, еще раз, много раз об этом говорю и не устаю повторять. Успокойтесь. Не подходит вам финансовое сопровождение наших юристов, вы можете... обратиться к нам же за услугой банкротства. 105 тысяч рублей под ключ. А, пожалуйста, поставьте заявочку, с вами свяжется наш специалист, все обсудите. Все очень просто и действительно не так страшно, как еще некоторые думают. На этом все. Я рад, что сегодня опять был с вами. Я желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия вам и вашим близким друзьям. До новых встреч, увидимся.